Волжские пейзажи и сочные натюрморты – все это жители Иваново могут увидеть в художественном музее на юбилейной выставке художника Евгения Трофимова. Приурочена она к 70-летию мастера. Приехала коллекция из родного города автора Кинешмы, где экспонировалась в июне и получила высокие оценки публики. Очень много ярких, сочных, жизнерадостных работ. Говорит о том, что Евгений Сергеевич просто находится в какой-то фазе счастья и большого удовольствия в жизни. И все это он переносит на свои картины. Работы художника очень оптимистичны. На холсты с летним пейзажем или вазой с цветами смотришь с улыбкой. Теплая тенденция просматривается на всех картинах. Автор лично отбирал полотна для художественного музея. Евгений Трофимов называет эту выставку ретроспективой. Увидеть, правда, можно и свежие работы. Яркость пришла, скорее всего, от того, что, ну, во-первых, я начинал до училища начинал с копий. Я все время писал копии с картин. Но картины не с картин, а с репродукцией, скорее, правильно сказать. Так же, как и мой отец, с репродукцией. И репродукции, как правило, я выбирал яркие. Задача, которую ставит для себя художник – передать красоту родного города. Кинешемские берега для мастера – нечто родное и очень близкое. На каждой второй картине отпечатались живописные волжские просторы. На открытие выставки пришли не только любители искусства, но и коллеги по цеху. На протяжении вот больше чем 20 лет Евгений постоянно поет, если можно сказать, свой город Кинешма родной. И получается это у него с любовью, как-то нарядно, красочно. То есть и все его творчество какое-то позитивное. Увидеть кинешемские панорамы ивановцы смогут до 20 сентября. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.